Друзья, здравствуйте! Сегодня такое небольшое будет видео. Наверное, просто хочу поделиться с какими-то с вами новшествами. Подруга ко мне приезжала, попросила, вот тут привезла своих коней морковок. Она по ним специализируется, собирает. У нее потрясающее цветение, потрясающая коллекция. И говорит: Саш, ну давай я тебя привезу, а ты там уже куда-нибудь их определишь, эти морковки. Просто у нее это в основном это дубли. И, в общем, тут даже не сколько в этом. Можете посмотреть на качество, какие они вот вырастают. Огромные, жирные. А секрет ухода достаточно простой. Ну вот посмотрим, вот эта морковка. Если я поставлю руку, можно видеть, насколько она огромная. Теперь посмотрим ее горшок. Это горшок состоящий. Внутри бутылка обрезанная. А внизу донышко воткнуто. Она говорит, наливает водички на 5 сантиметров. И она вот так вот питается. Можете посмотреть на ее корни. И какой громадиной она вырастает. Это растение уже цвело. Причем неоднократно цветет. У нас не вызревшего роста. Это катазетум Сьюзан Фуш. Потрясающей красоты. Вот тоже цвел. Вот. Это самая большая. Здесь, так как это дубли, вот еще такая же громадина. Это катазетум Врони. Красивый цвел, говорит, цветонос метр. Соцветие 70 сантиметров. Просто потрясающе. Вот фотографировала. Не передает фотография всего как бы красоты растения. Дальше здесь тоже красные катазетумы красивые. И точно то же самое, видите, посадочка. Вот в следующий раз я для себя именно это и возьму. А здесь можно видеть дентикулатум. Это его взрослый размер. Это не крупное растение. Здесь тоже, как она показывала фотографии, Карен Армстронг. Она вот имеет вот это ее взрослый размер. Цветение со следующего роста. Катазетум Лавена. Еще, по-моему, да, катазетум Лавена. Здесь тоже жирненький, сразу можно видеть, что это катазету. Катасету. А вот дебирочка, она, по-моему, внизу мне показала. Да. Вот она. Да, кстати, будет повыставлять их. Это балавистовская морковка. Гибрид Джаустивалина пилиатум. Тоже цвел красиво. Повставляю фотографии. Здесь тоже. И говорит, даже если это не бутылка, пусть это будет горшок, но внизу тоже, чтобы была водичка. То есть называется выращивание на полугидропонике. Растут замечательно. Здесь тоже бутылка. Ой, вот она. И вот они, корни. Корни. Даже субстрата не видно. Вот такой вот маленький секрет выращивания морковок. Это она пересаживала, говорит, Саш, вот новый горшок, пусть будет сидеть. Это Lime Tiger, у меня, кстати, такая тоже есть, на экспансум. То есть зеленая-зеленая морковка. Это, по-моему, Врони, только поменьше. И вот такой она фаленопсис привезла, по-моему. Ой, забыла. Краснолистная, уже много лет, двое деток, взрослая розетка. И вот два цветоноса, Black Center, вот вспомнила. Вот, даже бирочка есть эльснеровская. Даже название, да. Фаленопсис Black Center. Вот такой вот маленький секрет ухода, выращивания морковок. Да, и, конечно, она всегда их обрабатывает от клеща, потому что на них он быстренько садится. Но если обрабатывать, то проблем нет. Так вот выращивать морковки, чтобы они росли вот такими крупными и цвели огромными гроздьями. Спасибо за просмотр. Пока-пока.